Охренеть! Саня, я никогда не стояла, я все время поднимаю ноги. Такие эмоции у девушек, да, обычно? С вами команда Patriots. Очередной выходной день, мы снова в нескучном саду, мы снова в Москве. Как видите, все ваши любимые герои. Все ваши любимые герои сегодня здесь. И у нас еще есть вот этот лист. Значит, что это за лист? Это лист, на котором записаны цели, которые ребята ставили перед собой месяц назад. Шел целый месяц тренировок. Пора проверить, чего они достигли. Так что посмотрим, пообщаемся со всеми. Я всего на одну неделю уехал из Москвы, и за это время смогли засрать площадку в Нескучном. Как так? Как? Посмотрите, да, как? Посмотрите на этот вот прекрасный зеленый цвет, которым покрасили, мать вашу, все брусья. И как он весело остается у вас на руках. Какой дебил это сделал, мне непонятно. Но суть в том, что теперь невозможно заниматься ни на тех брусьях, ни на этих. Они просто все покрашены этой дебильной зеленой краской, которая даже ни хрена не держится. Ребят, это бред просто. Была одна нормальная площадка в Москве, а теперь ее нет. Зачем так делать? Не очень понятно. Как бы... Это вопрос к администрации парка. Вопрос к администрации парка. Да, да. Да. Надо подойти. Здесь есть телефоны доверия, нет? Нет, здесь есть неработающий сос-инфа. Сос-инфа. Сос-инфа, неработающая, да. Сос-инфа есть. Да. Что еще вы ожидаете? Вот в Белоруссии такого нет, ребят. Там все строго. Здорово. Твои цели месяц назад у нас были. Да, все записано. Ты хотел научиться делать чистый выход силой, 50 веренных на брусьях и пробежать полумарафон. Ну, с брусьями не сложилось, а с остальным сейчас увидим. Но полумарафон, ты сказал, ты пробежал, да? Да, меньше, чем за 2 часа, да. У меня была цель выбежать из 2 часов, я выбежал. То есть одна цель есть. Круто, круто. Давай посмотрим, как у тебя с выходом силой. Ну, ногами гораздо меньше, чем было. Еще раз я не просмотрел. Вполне чистенько, молодец. Но надо делать его на турнике. Ну, до августа еще время есть. До августа время есть, и ты уверен, движешься к ним. Молодец, красава, я тобой горжусь. Мальчики и девочки, у нас для вас небольшой сюрприз. Потому что с нами снова... Здорово! Привет! Как ты? Норм! Давно тебя не было видно. Так, очень давно. В Питере? Питер? Да-да-да. Экстерей! Подбородок как пузиком! Что-то вы поздно ему сказали. Для тех, кто сжимает руки и разгибает. У Ника очень сложный подпись. Да-да-да. В любом случае, вот Натали вела свою девочку в Питере для всех, кто занимался. Я такой очень... Я прошу прощения и искренне. Да, пишите, если вам не понравилось. Вы передайте. Мне не надо передавать, я сама знаю. Корпус вперед, ты просто согни ноги и все. С напряженным прессом совсем просто согни и все. Ты сам пойдешь качаться. Просто согни. То есть, ну, нормально, да, можно чуть поплавнее, потому что видишь, тебя болтает. Когда тебя болтает, качу мешает. У тебя получается сначала корпус идет вперед, и ноги где-то там остаются. То есть, вот тогда он ровненький, плавненький. Посмотри, у тебя получается вот так. Да. А вот дом просто нельзя посадить. Ну, чисто на руках. То есть, да, чисто, то есть, как обезьянка. Вот, темно. Нормально, вот, все, да, снижай. Смотри, теперь делай так. Согнул руки для начала, чтобы фазу эту убрать. Сгибаешь так ноги, и я скажу, когда тебе потянешь. Подтягиваешься не рывком, а просто как можно выше, и рывок делаешь вот... Когда ты дойдешь вот до сюда минимум, до подбородка. Когда гриф пересекет подбородок, минимум. То есть чем выше, тем лучше. Тогда делай рывок. И вот делаешь вот это вот штучку. Дельфинчика. Мирок. Да. Попробуй. Да. Просто чуть-чуть. Просто ноги согнул. Пошел. Нет, вот. Сейчас, сейчас. Отойди чуть подальше. Вот, держи. Так, у тебя цель до августа 10 на брусьях. Как у тебя сейчас успехи, мы давай посмотрим. Сейчас, да. Ты целый месяц тренировалась, вкачивала силушку, силовушку. Если мне не получится, пожалуйста, не лгайте. Помоги лучше вот.
два, три, четыре, пять, шесть, давай, давай, семь, давай, восемь, еще два, давай, давай, девять, и последний, давай, давай, тащи, десять. Тебе даже Саня хлопает, десять на брусь. Все, зачем ставить полгода, если это за месяц? Солод? Блин. Да, вообще говно. Ужас какой. Как вот это можно? Сними вот это вот. Ну что это? Солод, ты просто смотри, у тебя локти, они уходят вот сюда. В стороны. Прижимать к телу надо. Видишь? Да. Кстати, медленно, да? Медленно, четкий. Вообще четко. Ну, то есть, все, вот, смотри, выучил за месяц медленно. Его я предлагаю на видео оставить. Понял, да? А да. У тебя локти, они очень далеко, тебе тяжело поэтому. Ну, на максимум, когда делаешь выходы, лучше скользкие. Чтобы не терять. Так, да, Миша? Попробуем сделать. Медленный выход. Ну, давай. Давай попробуем. Используй все, чему я тебя учил. У тебя локти слишком далеко от тела. А локти слишком далеко. Слишком далеко от тела? Да, слишком далеко. Но они... Всем привет. Не так давно был в Екатеринбурге. Не был на тренировках некоторое время. Ну, связано не только с этим. Некоторые сбои в планах. Прогресс у меня некоторый не наблюдается. Правда, выход я делаю пока вот с точки этого резинкой. Две штуки. Месяц назад не мог, честно. Угу. Очень надеюсь, что через месяц уже буду делать два хотя бы без резинки, ну хотя бы каких-то выходов. Про чистые выходы пока речи не идет. Подтягивания понемногу тащу, прибавляю, на данный момент прибавил один. Сколько повторение. Сейчас получается? Сейчас получается на максимум 19 повторений. Не так давно, что называется, сдал, ну сейчас наращиваю. А брусья делал, не делал? Брусья, честно говоря, добираюсь редко, хоть и у меня и дома висят. Больше предпочитаю отжимания от кола. Понятно. Ну окей. Отжимания. Окей. И не снимай ты этот бред. Уроки от Сани. Ну, хорошо. Есть маленький браслет. Балансируем мы пальцами и подушками кистей. Вот эта часть. То есть вот, ну, вдавливаешь пальцами вот так вот. Это и когда тебя тянет вперед. То есть туда. Когда тебя тянет назад, ты делаешь вот так. Это как на ногах. Когда тебя тянет вперед, ты вот сбалансируешь пальцами, когда тянет назад, ты стоишь на пяточке. Теперь главное просить вот эту фишку, как балансировать. Зачем мы обучал там стойку и стены? Вот именно для того, чтобы просечь, как это делать. Ты берешь, встаешь у стены, и отодвигаешь свой корпус назад. Если ты стоишь у стены спиной, ты должна отодвигать свои ноги, не убирая ноги, а выдавливая своими кистями. Это ты вот стоишь вот так вот, у стены, откроешь. Ну, убери это. Сейчас могу себя. Вот ты вот стоишь у стены, допустим, расстояние от стены там вот так вот. Да? Спиной от стены стоишь. Твои ноги касаются. Ты напрягаешь свой пресс. И в тот момент, когда твой пресс напряжешься, твои ноги дальше не уходили, ты берешь и вдавливаешь своими пальцами как можно сильнее, чтобы отодвинуться. Отодвинув себя от стены, оно не отодвинется, и ты пытаешься балансировать. Вот это первый шаг. А теперь ты лучше отойдите, потому что она может. Посмотрим на прогресс крест-стойки. А можно в группировке снять? Мальчики и девочки, вы думали, у нас всего один человек сегодня из Старой Гвардии? Нет. У нас еще сам Максим Занавескин. Здорово, здорово. Михайлович и Александр Занавескин. Здорово. Смотри-ка, и Антон тоже, куратор и звезда теперь классный, печатных изданий. Ниццы Курчатовского института. Да. И Москвы. И журнал «Марафон». Вообще, конечно. Прям, а слушай, вот нас собралось сегодня. Да, помнишь, месяц на тренировку, как раз год назад приблизительно. Вот у нас сейчас год воркаута. Эх. А не 100 дней. Вот это время-то летит. Саш, ты что так? Ой, все популяризуетесь. Потихонечку. Завоевывайте. А сейчас мы камеру дадим Вите, и он пойдет снимать. У нас есть 10 героев в четвертом сезоне, и Витя пойдет с ними давать вопросы, спрашивать, кто они. Светило наш пришел.
поди выспись. Та-дам. Игорь, скажи нам, пожалуйста, кто ты, что ты, кем ты работаешь, как часто ты тренишь? Господи, я же говорил, все меня знают. Ну давай, давай, я не знаю, мне интересно, скажи. Ну давай попозже, я соберусь силой. Ну, ё-моё. Так, теперь я буду представить тебя. Я покажу. Скажи, пожалуйста, сколько раз в неделю ты тренишь? Именно силовую? Вообще, тренировки. Ну да, силовую. Ну, силовую треню через день, то есть понедельник, среда, пятница. Ну и здесь суббота, соответственно, 4 раза. А еще беговая, да, есть? Да, и кардио, соответственно. Сколько? Ну, все остальные дни. То есть у тебя каждый день без отдыха тренировки? Да. И сколько у тебя тренировка идет, беговая и силовая? По-разному. У меня есть план определенных тренировок кардио и определенный план силовых тренировок. Я его стараюсь выполнять. Ну, в общем, ну, в среднем час, в среднем полчаса сколько? В среднем день выходит, получается, полтора часа. Каждой тренировки? Да, каждый день. А чем ты работаешь? Я работаю сервис-инженером. Откуда, у меня вопрос просто, откуда ты столько времени берешь, в полтора часа день ежедневно тренироваться? Ну, очень много, на самом деле, откуда можно времени забрать, допустим, ото сна, от каких-то там... Ото сна, а через кого у нас забирать время? Затупок, да, можно забирать время, можно тренироваться сразу после работы. Можно тренироваться раньше, я, допустим, да, как, я приходил домой, ужинал, да, и тренировался там поздно вечером. Теперь я ужинаю на работе, соответственно, пока я еду до дома от работы, у меня все это переваривается, я спокойно переодеваюсь дома, иду тренить. А вечерам вообще ты тренишь всегда, да? Да, чаще всего по вечерам, с утра ухожу, когда есть времечко там побегать. Так, ладно, личная жизнь у тебя есть? Да. Есть? Ничего себе, так, ладно, все, на этой ноте девушки даже смотреть не будут. Так, в чем? А что, в чем цель? Я хочу понять, какой ценой кому даются тренировки, потому что мне очень большой. Ну-ка, давай, Сергей, расскажи нам. Сколько раз тебе? Расскажи, Сергей. Сейчас будет прикол, если кажется, что ничего не пишется. Ну-ка, давайте проверим. Итак, сколько раз в неделю ты тренишь? Стабильно вообще раз в 5 в неделю. Значит, я готов помочь. 5 раз в неделю. Бывает 4, бывает 6, я так понял? Нет, чаще 6. Хорошо, сколько длится тренинг? От 40 минут до 1,5-2. Я слежу за ними. А 40 минут? До 1,5-2 часов. Что ты делаешь 2 часа на тренировке? Гуляю. Ну вот так, вот все, ответ исчерпывающий, не продолжай, все понятно. Еще, блин? Все понятно, да. На что делаешь упор? Подтягивание, отжимания или все подряд? Подтягивание, отжимания. Кем работаешь? Кем работаю? Инженер по сетям. Жена, дети есть? Жена есть, детей нет. Два кота пойдет. Жена и дети нет, так хорошо. А что ты ржешь? Не, ничего, да, просто устраиваю просто. Ничего, тяжело себя заставлять бывает? Тяжело заставить себя не тренироваться. О, герой Рэмбо! Коляна у нас нет в 10 героях, как в Доте 2, но, тем не менее, он заслуживает внимания. Колян, Сергей, ну давай, сколько раз в неделю ты тренируешь? Один здесь, и то все время лежит на скамейке, вот на той или вот на тех. Поэтому Колян выглядит вот так вот и весит килограмм 95. Нет. Колян. Тебе, наверное, легко заставить себя прийти сюда на одну единственную тренировку в неделю, и чтобы здесь ничего не делать. Достаточно легко. Достаточно, да, легко, да? Ну ладно, о чем еще с тобой разговаривать? Колян, то, что у тебя нет девушки, я знаю. Ну, в общем, я думаю, что на этом пока что мы закончим знакомство близкое с нашими героями. Продолжение следует. Почему никто не записал видео с моими целями? С твоими целями. Вот, Антон, ты, между прочим, обидел человека, не записал видео с его целями. Никому он не интересен. Да. Никому не интересен? Да, это правда. Это грустно, но это так и есть. Какая жестокость, а? Вот, какая жестокость. Сам помнишь, как он ходил такой, мямля, и все. И здесь... Понял, Колян, да? Меньше грей пузо на турниках. Вот, тогда ты станешь интересен. Посмотри, понял? Любым парнем. Таким. Главное, суть 90 градусов в руке. То есть вот потянулся так до вот такого. Да, потянулся, фиксируешь. Угу. Это если не умеешь подтягиваться. И... Вообще, ну блин, ну если начинающих, ну, хорошо, не да. Надо, все, это не только начинающих. Всем полезно упражнение, чтобы улучшить подтягивание. Блин, короче, забей. Смотри, вот, подтянулся, держишь длину, сколько сможешь. Висишь, пока руки полностью не выпрямятся, вообще полностью. Если они вот так даже остаются, висишь. И суть, когда ты начинаешь падать вниз, в этот момент самое главное, тяни себя вверх. То есть вот прям как можно сильнее. И ты, у тебя не получится это, ты будешь падать вниз. Негативные повторения. Но то, если ты вот падаешь вниз, как бы именно пытаясь себя потянуть вверх. Это больше статическая такая сила. Вот, ты это на тренинг. 5 подходов таких, и потом 5 подходов пытаешься просто как бы потянуться. Если не получается, делаешь негативно. Делаешь, прыгаешь,
снизу опускаешься и фиксируешь на максимум 5. Понял? Любым хватом. Три глубокий стоп. Раз, два, три. Раз, два, три. Давай, раз. Два. Вниз. Вниз и ну я сразу. Ну пока вот так, да? Пока да. Для тех, кого интересовал прогресс в Вите, он уже перешел к подтягиваниям потихонечку. Как ты часто их тренируешь? Каждый день. Каждый день. Но, ну да, очень сложно бывает, потому что мотивация попадает, боли всякие ужасные. Поэтому да, очень сложно. А так кажется. Ну ничего, но все равно у тебя крутой прогресс. Посмотрим через месяц, сколько ты будешь подтягиваться, я думаю, уже полноценный. Я еще учу на выход целых две делать. Вот. Сначала подтягивай, значит. Подтягивай, хотя бы. Полноценный. Да. Ну окей, посмотрим, посмотрим. Санек. Как дела? Как успехи? Как твой прогресс подписчиков интересует? У меня нет прогресса. Нет прогресса. А ты же тренишь для себя. Да. В принципе, поэтому... без разницы. Да. Просто вот. Ну пока так. Вот такая вот была сегодня тренировочка, небольшая. По сути, мы ни хрена опять не делали в плане тренинг, потому что завтра, может быть, съездим на соревновашки по турникам, по подтягиваниям в Измайловский парк. Но мы сегодня решили не забиваться, и что завтра нормально потреним. Показали вам прогресс ребят-участников. Если вдруг есть какие-то более конкретные вопросы, к любому из них вы пишите. Будьте клевыми, занимайтесь воркаутом, мы ждем вас в нескучном саду, хотя... Это здесь все хуже и хуже становится. Черная полоса. Вот, черная полоса. Банан. 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 А, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до встречи в следующих видео. Пока. Так, один вопрос. Он либо не назрел, либо он перезрел. Смотри, какой он странный. Он очень странный. А и ты твердый? Это ешь? А что он твердый? Последний раз, когда ты ел, потому что было очень странным, ты чуть не сдох в Чехове. Каждый день, но потом тогда, вот на последний день выходной или два дня. Все. Саня. Все. Вот так вот. Вот так вот. Я всем домашнее задание теперь даю. Могу и вам дать. Пишите в комментариях? Да. Если они будут писать в комментариях, ты будешь давать им домашнее задание? Буду. Вы слышали, ребятки? Ваш шанс получить домашнее задание от Сани. Они никому не интересны просто. Понимаете? Они скажут, и что? Посмотрим.